Так, алло, алло. Что за группа? Лени Кравец. Леня Кравец. Леонид. Все, давай слушать. Ну, что там, вначале просто берем и колбасим на сильную долю, да? И одна бочка будет на слабую. То есть в самом конце такта. Дальше опять то же самое. И в конце брейк. Угу. Дальше грув. Тот же самый бит, только с хэтом. Но один раз еще на рабочем слабую долю добавил. Это называется модуляция. Играли, 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 потом раз в другую тональность. Вот. Медленно. 3, 4. И еще помедленнее. Паузы делаем синкопу. Вообще можно, конечно, и двумя палочками тыграть. Но если это и флэм, то очень с маленькой задержкой. 3 миллисекунды. Ага. Здесь вот два раза сыграла она. Две слабых доли, да? Что, в общем-то, логично. Потому что должно быть какое-то развитие. Дальше слушаем. Так, стоп. Куда? Куда так много? Девушка синкопа. Еще раз. Вот здесь опять эти две слабых доли на рабочем барабане. И у нас опять идет синкопа. Но синкопа с флэмом. Ну тут очень все ясно, только флэм. Ну там знаешь, как сыграно? Там не рабочий, там бочка начинает. Две бочки уже на следующем круге. Давай я тебе полностью сыграю, чтобы ты поняла. Значит, раз. Оба, брейк. Рабочая бочка, бочка рабочая. И синкопа в конце.
Слышишь, да? Как-то коряво, неровно. Все, все потому, да, ты же знаешь, почему это произошло. Просто она не записывалась на уроки по скайпу к Дмитрию. Ну, по идее, должно так было звучать. Ладно, дальше двигаем. Иногда слабые доли добавляет. Ну, тут уже можно посвободнее играть в таких частях. Медленно теперь. Ну и все, опять это синкопа. И все. Спасибо, Дима, большое. Песня февраля. Давай, до среды. Пока-пока.